Всем привет, с вами Коннова Аня, ну и начнем наши с вами новинки, обзор. Это как обычно, все впервые на моем канале. Кстати, нет, не все впервые, но вот это, про это тоже сегодня будем говорить. Итак, смотрите, первое — это крем для рук. Папе не понравилось, как пахнет, девчонкам у меня понравилось, бабушке понравилось, свекрови, вернее, Ираиде Геннадьевне, и мне тоже он очень понравился. Значит, смотрите, он идет такой желтоватый, как мазенька, такая, знаете, как будто мазь аптечная. Это ночной крем для рук с маслом оливы, экстрактами ириса и белого лотоса, который регенерирует и разглаживает кожу, обогащен маслом облепихи, экстрактом зеленого чая, при обильном нанесении действует как маска. Вот, крем массажными движениями на кожу до полного впитывания. Вот, значит, мы начали наносить, и вот он такой, знаете, как мазь. Очень похож на мазь, поэтому я решила, что я нанесу даже более-менее побольше. Мне действительно он понравился. Если вот чуть-чуть нанести, то он, да, немножечко долговато вроде бы как впитывается, но потом он уже все питался, ручки мягкие, ручки клевые, реально понравился. Запах, нейтральный запах, аромат до такой степени легкий, что, ну, можно сказать, никакой, да, то есть вот мне нравится, что запаха практически нету. В общем, клево. Значит, артикул получается 2803, хороший кремушка. Одобряю. Далее у нас появился спрей для очищения стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом, с эффектом блеска и так далее. Я, если честно, не заметила разницы, в чем формула улучшилась, не улучшилась. Сегодня мы помыли зеркала и так далее. Клевое средство, классное средство. Артикул 30048. Действительно, как был, так и остался. Запах есть вот этого вот моющего стекла. Но нет такого резкого запаха, который бьет нос, когда неприятно. Все-таки это биосредство. Мне понравилось. Угу. Вот. Дальше начали мы с мамой использовать такой вот крем. Сыворотка лифтинг для кожи вокруг глаз. Она идет именно для того, чтобы глубоко питать, разглаживать даже самые мелкие морщинки и борется с преждевременными признаками старения кожи. Вот, также в составе входит морская ромашка, критмол морской, обладает антиоксидантным и омолаживающими свойствами, а масло шиповника питает, защищает гидролипидный слой кожи. Ваша кожа выглядит значительно моложе и становится подтянутой, морщинки заметно сокращаются. Ну вот, я думаю, что я отдам его маме, потому что тут написано «морщинки заметно сокращаются». Сама же скажу, что это клевый крем. У него практически нет никакого аромата, да, то есть вот он также наносится, он очень такой легонький, склизенький, его надо совершенно чуть-чуть, совершенно немножко, да, то есть видите, вот то, что я выдавила, на оба глаза хватит, и еще, наверное, лишка, но рука большая, поэтому я вам прям хочу показать, а там вы уже сами решайте. В общем, отдаю на тестирование маме. Ни у меня, ни у мамы не отекли глаза, не защипали по истечению 3 дней использования. Поэтому, да-да, я потихоньку тестирую все, что мне приехало. И могу сказать, что крем действительно симпатичный, действительно хороший. Вот, то есть я его, конечно, втирала долго при вас, ну вот впитывается он не особо быстро, но после того, как он впитается, если вы его нормально, без излишек нанесете, то получается нормальный, отличный макияж. Все хорошо. Приходит в такой коробочке. Состав, сейчас я вам покажу состав. Да, вот такой вот он, прям кому интересно, очень-очень. Нормальный, хороший. Аромат тоже никакой, практически никакой. Далее, Биоси, средство для унитазов. Отличное средство. Все понравилось, все замечательно. Тут крышечка, да, то есть носик, все хорошо. Все в Биоси приходит, прям все запакованное. Да, то есть он такой вот не густой, не жидкий, обычный. Аромат у него чем-то напоминает... Знаете, что напоминает? Какой-то, ну, лимончик, конечно же, напоминает. Артикул 8011. Наше средство для унитазов. Очень похоже, поэтому я прям
Ух ты, смотрите-ка, пузырьки пускает. Да, прикольно. Значит, вот на него аннотация, вот у него ингредиенты и так далее. Все вот эти вот значки, которые нужно. Объем 600 миллилитров, вот способ хранения и все такое прочее. Да, то есть ну, обычный, прикольный, не густой, не жидкий. В общем, удобен в применении. Нареканий нет ни к запаху, ни к действию. Хорошо моет. В общем, понравился. По всем параметрам понравился. Далее, такой вот крем. Честно скажу, я его особо не тестировала. Я его нанесла вот вчера на ночь, сегодня с утра и сегодня вечером. Я вам могу сказать, что крем отличный. Я даже не выдержала и написала на сайте Faberlic.com. Скоро он там опубликуется. Да, какой он классный. Во-первых, он... легкий такой, да, приятный. Вроде бы он мне вначале показался жирным, да, то есть я его много нанесла, и он мне показался жирным. Он очень хорошо разносится. Такое ощущение, что он сразу как будто бы разглаживает кожу. Он подходит под, как база, под макияж. Это базовый крем, который, я так понимаю, идет для всех возрастов, потому что вот сколько я про него не читала, ни на сайте, ни так, такое ощущение, что он просто хороший крем, все такое прочее, и ничего особенного в нем нет. То есть нету какой-то возрастного какого-то ограничения, по типу кожи ограничения нет, да, просто нежный крем с приятной текстурой, увлажняет, питает, поддерживает естественный pH кожи по особой формуле на основе масел ши, мака и экстракта водорослей, активизирует защитную функцию, обеспечивает здоровое сияние кожи в течение всего дня, наносить утром или вечером. То есть он вообще, ну, как бы отличный крем, мне понравилось, с удовольствием израсходую. Конечно же, в пустых баночках я вам расскажу более такое. Ну, запах у него тоже какой-то никакой. Да, есть такой слегка грубоватый оттенок запаха, но можно сказать, что запаха и нет особо, да. То есть супер там каких-то натуральных отдушек, бьющих нос, вы не найдете. Да, везде крем, везде крем. Да, отличный крем. То есть он, ну, по определению, можно так сказать, универсальный крем для всех, без разницы, когда вы его наносите, в какое время дня, без разницы, когда, в какое время года даже вы его наносите, да, в каком возрасте. В общем, вот такой вот он. И какой тип кожи, все без разницы, такой универсальный крем. Даже, да, я такая говорю, никакой. Почему никакой? Универсальный. Ну что ж, вот это вот чудо-мыло. Почему чудо? Потому что оно реально не дешевое удовольствие. Артикул 201-703. Я им попользовалась. Ну, это просто бомба. Такое ухаживающее классное мыло. Мне действительно захотелось заказать второй раз. Цена, конечно, кусачая. То ли 300 рублей, то ли 400. Ну, что-то такое. Да, не очень дешевое. Значит, эффективно очищает кожу, увлажняет ее благодаря растительному глицерину и экстрактов сока листьев алоэ, морская соль, экстракт зеленого чая, эфирное масло. Чуми обладают тонизирующим, заживляющим и антисептическими свойствами, делая кожу гладкой, бархатистой, а натуральные эфирные масла нероли, жасмина глубоко увлажняют, смягчают и успокаивают кожу, разглаживают, защищают ее. Благодаря натуральным эфирным маслам и экстрактам ароматерапия всегда у вас дома. Он действительно такой, ну, приятненький, не могу понять, чем пахнет, но очень приятненький, не бьющий в нос. Вот. Я удивлена, конечно, этому мылу, потому что я... Мне кажется, что оно стоит своих денег, даже если бы оно стоило дороже. Ну, достойное мыло, конечно, те, кто любит свои ручки, могут даже на такое разориться и попробовать. Действительно, увлажняет, классно, руки после мытья не стягивает, все здорово. 201-703. Такое вот прям интересное мыло. Да, далее, тут, конечно, нет. Мне не понравился вот такой вот шампунь. Шампунь для роста волос. Артикул 202-633 или 631. Тут тоже, видите, артикул стерся немножко. Значит, шампунь для объема и роста волос приятной нежной текстуры. Придает локонам плотность, упругость, а также бережно очищает кожу головы. Нет, никакой плотности, упругости, никакой бережности.
да, то есть, ну, может быть, кожу головы и бережно очищают, да, удаляют загрязнения хорошо, пенится хорошо. А далее, значит, экстракт хвоща полевого питает, укрепляет корни волос, способствует росту и активации спящих волосяных фолликул. Масло жожоба увлажняет, нормализует, увлажняет, я не знаю, чего он там увлажняет, нормализует естественный баланс pH кожи и укрепляет волосы по всей длине, от корней до кончиков, делая их более гладкими и густыми. Значит, мы наносим шампунь, пеним, смываем, да, то есть при необходимости повторяем. Ну, знаете, это что-то с чем-то. Я, если честно, просто в шоке. Давайте покажу его консистенцию. То есть вот такая вот крышечка. Так. Ну, я, конечно, не рекомендую этот шампунь. Да, такой вот шампунь. Такой какой-то желеобразный. Пенится хорошо. Запах у него такой, знаете, нейтральный, практически никакой. Вот он такой, видите, прям густой, он не течет. Видите, течет, но очень так это медленно. А какие у меня к нему нарекания? Волосы он промывает до такой степени, что они прям аж, ой, не знаю, как громко скрипящая пакли, что ли. Я не знаю, как это описать, но мои блондинистые пережженные волосы это сразу нет. Потому что они у меня до такой степени сильно склочились. Я ничего с ними сделать не смогла. Я пыталась нанести вот эту маску. Пол маски, ребята, я на себя выдавила. Артикул 26-25. Это идет кондиционер для нормальных волос на основе ценных растительных масел и провитамина В5. Активно питает волосы по всей длине, придает гладкость, блеск. Мне не помогло. То есть он до такой степени с волоса смывает все. Кстати, желтизны нет вроде бы у меня на голове, но я уже третий или четвертый раз вот как приехала, мою голову не оттеночным шампунем Blondtiger, а вот какими-то все такими. Пока что вроде бы нормально все с головой. Не желтеет, ничего. Ребята, это что-то с чем-то. Я таких шампуней в жизни своей ни разу не встречала. Волосы просто очень громко скрипят. Они до такой степени... Вы знаете, после нанесения шампуня на голову я даже не могла вставить руки в волосы, чтобы помассировать кожу головы, чтобы помыть голову. То есть просто волосы стали дубовыми. Я не знаю, как это объяснить. Как будто они дубовые, как будто там какое-то плотное гнездо волос, и они как будто бы неделю не расчесаны, или месяц не расчесаны, наверное, неделю слабо сказано. Вот, в общем, не поняла действия этого шампуня, но когда у меня им Катюша помыла голову, а у нее опять-таки очень жирная голова, она еще молодая, а голова жирная, да, то есть она у меня рыженькая такая, волосы у меня длиннющие, она довольна осталась этим шампунем, осталась довольна. И говорит, что классный шампунь, все отлично, что ты, говорит, мам, наговариваешь. Свекрови, конечно, он тоже не понравился, но она, как я, пережженная блондиночка. Она начала краситься в белый цвет, потому что чересчур много седины. Вот, и честно вам скажу, я недовольна этим шампунем. Ну, хорошо, хоть не выкидывать, Катюшка его, конечно, домоет, но... Я не понимаю, даже вот я помню, нам как-то бабушка наводила на наши волосы давным-давно, еще когда она была жива, какие-то травы заваривала, и мы мыли какими-то травами голову, так и то там как-то голова мылась хотя бы, да, хотя они не пенились вообще, но голова как-то вот мылась и не была таким гнездом. Тут же что-то пенится, что-то еще, и прям ощущение такое, нет, в общем, шампунь нет. Я в шоке просто над этим шампунем. Может быть, Катюшка просто, она иногда моет, когда голову не каждый день, а раз в 3 дня, да, то есть бывают у нее такие моменты, перепады настроения. Так вот, может быть, если по истечению 3 дней жирную голову помыть, действительно он понравится. Я говорю, Кать, лукавишь? Она, нет, говорит, нормальный шампунь, что ты, говорит, придираешься. Ну, вот я не знаю, как-то так. Faberlic такого точно шампуня нету. Вот первый такой шампунь, который я не знала даже, как действовать, как. Значит, эта маска, она ничего не сделала на моей голове, абсолютно ничего.
но я хотя бы смогла нанести на волосы, и они стали, когда я начала смывать эту маску, скрипеть поменьше, но они продолжали скрипеть, понимаете, вот в такой степени чистая, супер чистая голова, что просто немножко убавилась громкость скрипа на волосах. Все, все, что сделала эта маска, больше ничего лично для моих волос она не сделала. Ну, конечно, я ходила, я терпела, я думала, может быть, что-то вот голова высохнет, будет что-то классное. Но поняла, что нет, у меня не получится потом, если голова вот этим вот гнездом высохнет, куда даже руки не залазят, да, то есть вообще даже пальцами я не смогла расчесать голову. Я решила, надо что-то делать, думаю, вот у нас есть новинка, это спрей, так, 202-607, скорее всего, артикул, может, тут не до конца пропечатывают эти артикулы, они стираются еще до того, как к нам приехали. В общем, спрей-кондиционер для волос на основе фосфолипидов и сфинголипидов. Так, возвращает волосам эластичность? Нет. Усиливает их блеск? Нет. Оливковое масло увлажняет волосы? Может быть, но не сильно. А гамма-мелисс? Получается, укрепляет структуру волос. Наносим на влажные волосы, не смываем, затем приступаем к укладке. Подходит для ежедневного применения. Вот, когда совсем беда на голове, да, и когда совсем гнездо, и я начала им его хоть как-то наносить, да, то есть вот я столько вот избрызгала, это за один раз, ребята, вот столько избрызгано за один раз. И он просто делает голову более сырой. Слегка, чуть-чуть, немножечко дал расчесать волосы. Ну, так, знаете, так слегка, чуть-чуть дал расчесать волосы. Но расчесывала я их очень долго. И расчесать, вот где совсем гнездо, где уже у корней, там уже совсем-совсем плотно вот это вот все спутались, да, волосы, я не смогла им ничего сделать, да. То есть даже если бы я его целиком на себя вылила, я уверена, что у меня бы не получилось расчесать голову. И тогда я взяла наш несмываемый мист-кондиционер, да, видите, он двухфазный, я его взболтала и хорошенько нанесла на волосы. И вот тогда я их и расчесала. Ой, прошу прощения, по лампе стукнула, трогаю, сижу голову, и расчесала, и уложила, и волосики стали мягкие, рассыпчатые. В общем, ну, блеск тоже, он не очень-то дает блеск. Мои блондинистые волосы не пережженные. Артикул 78-76, вот этот спрей меня спас. Хотя спреев у меня много всяких, я взяла этот. В общем, я, по идее, я взяла первый попавшийся, если честно. Отличный мист-кондиционер, поэтому у кого его нет, попробуйте, закажите, он долгоиграющий, его хватает надолго. Мне хватило чуть ли не на полгода его. Угу. То есть я им так чуть-чуть сбрызгивала после каждого мытья головы, ну вот чуть не на полгода хватает. Он очень долгоиграющий, поэтому с одной стороны не очень-то дешевый, но с другой стороны из-за того, что мы им пользуемся очень долго, он хорошо. В общем, что-то тут пошло не так. Вот этот спрей я, скорее всего, израсходую. Я не люблю выкидывать вещи. И я верю в ценность компании BAC, потому что тут все натуральное, крутое, да. То есть, прям вот я сколько раз помню, что нам писали консультанты еще до присоединения компании к нам, что вот у вас докхимия, у нас докнатуральная. И вот я сейчас начинаю смотреть составы и понимаю, что недалеко они ушли, что мы тоже достойная продукция. Вот, сейчас мы единая цель. И после того, как мы объединились, мне очень было любопытно все это дело попробовать, потому что был момент, туда и лидеры наши уходили, да, кто-то возвращался, кто-то там оставался, кто-то вот там вырос, там еще что-то, да. И, конечно, шуму эта компания наделала немало до того, как... И там, конечно, не все. У нас тоже в компании есть странные люди. И там были странные люди, которые прямо яро, очень агрессивно нашу продукцию прям закапывали и говорили, что ой, это что, это кошмар, там ваша продукция. Я говорю, а что кошмарного? Порошки биоразлагаемые, экологически чистые и так далее, и так далее. И вот я сейчас начинаю знакомиться с продуктом, и мне точно так же, что в компании Faberlic есть продукт, который я люблю и не люблю, что в компании BAC, BAC, наверное, вот,
Точно так же. Есть продукция, которая прям вау, есть продукция, которая ни-ни-ни. По идее, я считаю, что это нормально. Вот, поэтому мне кажется, что... Ну, вот я сейчас могу сравнить, да, и сказать, что ну, продукт как продукт. Ничего особенного, прям такого сверхкрутого я для себя не нашла. Это вот такими пленочками, все вот так вот переклеено приходит. Далее, крышечку потеряли. Значит, это у нас идет антицеллюлитное масло с артикулом 2508. Ухаживает, питает, увлажняет, придает гладкость, долго впитывается, но действительно кожа мягкая, прикольная. Даже уже с первого нанесения я это почувствовала. Хотя он идет как антицеллюлитный, но он не жжет, там кожа не горит. То есть он просто хорошо ухаживает. Вот это такое вот маслице прозрачное. Да, то есть, и когда вы его наносите, ждете, когда впитается. То есть, если вам куда-то надо идти, то не рекомендую, оно долговато впитывается. Но на самом деле аромат у него очень такой приятный. Вот. И я бы могла сказать, что кожу смягчает прям на ура. Кожа прям сразу такая, ух, спасибо, да, то есть очень вкусно. Вкусный и, ну, мне. Аромат, конечно, на любителя, но для меня вкусно. А, вот, мыло для кухни, устраняющее запахи. Лесная земляника, это новинка появилась. Приятный аромат, мне понравился. 302-13, нехимозный. Мыло для кухни, устраняющее запахи, весенние цветы. Тоже отличный аромат, не горький, не химозный, 302-16. Далее, ароматные яблоко, но тут больше аромат красного яблока, скорее всего, я бы сказала, прям такой прикольный, 302-206, простите, люблю искажать. Ну и зеленый чай, вот, кстати, а вот этот я почему-то не понюхала, ну, тут и видно, еле открываю, да. Так, зеленый чай. Ой, нежный такой, еле уловимый аромат. Ну, можно сказать, нет, больше нет, чем есть его. Приятно. Так, дальше, значит, вот такой вот у нас идет средство для стирки. Это концентрированный гель. Эффективный, экономичный гель для стирки любых тканей. Действительно экономичный. Мы его расходовали 10 дней. Мы очень много что стирали. Стирали даже детскую одежду. Биоразлагаемая, экологически чистая. Все замечательно. Нам все нравится. Тут идет экстракт лаванды, крапивы, который предотвращает воспаление кожи благодаря своему заживляющему и регенерирующему действию. Экстракт крапивы предотвращает раздражение, увлажняет кожу. Полностью удаляется во время ополаскивания. Растительный глицерин защищает кожу рук. Вот. Я так поняла, что это средство для стирки, для ручной стирки. Угу. Потому что тут не указано, сколько чего в машину класть и так далее. Но, к сожалению, мы им стирали только в машине. И можем сказать, что он действительно превосходный результат. Вот. Но кондиционер мы использовали. Он очень густой. Давайте я прям вот так вот сделаю. Ну, там уже чуть-чуть осталось. Ай-яй-яй. Да, он прям как будто даже кладется, да, а не льется. Он прям реально такой густой. И, да, вот видите, тянется. Ну, наверное, пожиже меда, да, вот когда мед свежий. Ну, что-то вот наподобие, видите, прям такой густоватенький. Вот. Тоже очень хорошо, что идет такая крышечка удобная, да. То есть мы налили, сколько нам нужно, мы налили. Даже если мы тут где-то что-то заморали, то это не касается крышечки, ничего нигде не потечет. Удобная держалочка, большой объем, целый литр. Вот к литровым мы не привыкли, но в принципе надолго хватает, здорово. Далее, концентрированное моющее средство. Я, если честно, была удивлена, потому что я думала, что он будет такой же какой-нибудь. Но вот сегодня мы им как раз таки мыли белоснежный фартук. И он стал немножечко жиже, он, по-моему, был гуще. Он стал пожиже. У него стал куда приятнее аромат, вот этот вот грейпфрутовый, да, аромат, видите, все впиталось. И он, вы знаете, когда вы его наносите, буквально на 3 минуты оставляете, он как будто даже, вот это вот все желтое, засохшее, как будто бы оно куда-то испаряется, растворяется, растекается, не знаю, как это объяснить. Прикольная штука стала, чистая кухня. Да, как раз кухонные поверхности, столешницы, фартуки, фасады рекомендовано для
телефона, холодильников и СВЧ. Вот, но его нужно смывать, не забывайте про это. У нас есть несмываемый, да, вы там пол помыли, дети валяются и все хорошо, этот нужно смывать. Да, то есть артикул 32.18. Вот на него такая вот идет аннотация, тоже все значки, биоразлагаемые экологически чистое средство, 500 мл, я довольна. И ароматом, и консистенцией, то, что на губку налил, размазал, удобно. Вот, в общем, все хорошо. Далее, это уже не новинка, концентрированный гель для стирки детского белья, артикул 115.15, стираем Викуськины вещи, им заказала. Далее, очень нравится маме именно вот этот биогель для стирки 3 в одном, потому что у него приятный нежный аромат, цветочный микс, да, он, ну, он в меру густой, как вы видите, вот он такой, он пожиже, чем гель BSC, и может быть погуще, чем наши основные, да, вот эти вот порошки для стирки, то есть золотая такая серединка, ей нравится, как он стирает, 109.00, вот, биоформула против пятен, ну, вроде бы, ну, знаете, сильные старые пятна он не отстирывает, прямо застарелые, их, конечно, только пятновыводители. Далее удивило меня вот такое вот средство для мытья посуды. Во-первых, оно маленькое, но написано, что оно концентрированное, но оно не очень хорошо пенится, как бы пенится не очень хорошо, и оно такое, видите, прям густое. То есть вот еле-еле течет, да, вот эта вот капелька, то есть полностью прозрачная. Легкий, приятный, свежий, не бьющий в нос аромат лимончика, еле-еле уловимый, очень приятный. Это, конечно, радует, когда вообще ничем практически не пахнет, это здорово и классно. А далее, что скажу про него, да, тут вот прям аннотация. Значит, безопасно для людей окружающей среды, удаляет жир, отлично удаляет и не сушит руки. Тут и глицерин, и лимон, и лаванда, и ламинария, да, то есть предотвращает воспаление, успокаивает, да, то есть также защищает кожу рук от пересыхания, можно использоваться без перчаток. Так вот, пенится оно не очень хорошо, оно очень маленькое, 250 мл, и его хочется налить побольше, ребят. Вот честное слово, я его первый раз капнула, пошла мыть тарелку, ждала-ждала обильной пены, вот как от нашего, да, средства Faberlic, его, к сожалению, нету, этой обильной пены, и я налила побольше, думаю, что-то ничего не пенится, а потом смотрю, тарелка-то уже заскрипела, да, то есть она уже чистющая. То есть это средство, оно не сильно пенится, но отлично отмывает без обильного количества пены, к которому мы привыкли. В общем, хорошее средство, я его похвалю. Артикул 8001, прям отличнейшее средство. Далее тоже спорный гель для душа, от которого без ума моя старшая дочка. Она пошла выбирать, говорит, мам, что протестировать, чем помыться. Знаете, такая довольная, вечно приходит, какие-нибудь новинки, она это тоже любит, всякие новинки. Говорит, какую новинку ты мне дашь? И вот я ей подсовываю, говорю, вот батарея гелей для душа, выбирай, какой ты, каким ты хочешь помыться. Она, конечно же, сразу взяла ментоловый с мятой. У него реальный такой аромат классный, вот этой мяты. Ну, прям мятный-мятный, зубную пасту напоминает, знаете, мятную жвачку напоминает, свежий вкус мяты. Она у меня очень любила мятный гель для душа в линейке La Creme от Faberlic, но так получилось, что эту, походу, только она одна его любила, и его сейчас нету, да, в наличии. И она говорит, мам, закажи мне 10 таких, я буду им мыться. Ну, кайфует она с таких ароматов. Свекровь сразу сказала, фу, мята, мне невкусно. Я осталась нейтральна, потому что я могу помыться. И он, кстати, не холодит, ничего как бы нету такого. Да, 21.01. Вот, причем кожа не сохнет, все отлично. Тут в составе идут органические экстракты алоэ вера и зеленого чая, которые смягчают, успокаивают кожу. И еще один экстракт эмблики, которые обеспечивают надежную антиоксидантную защиту, но это мы уже как проверим. Значит, 250 мл, отличный объем, отличный аромат, отлично пенится, в общем-то все хорошо. Так, далее, новейшая красотища. Они не сильно бурлят, я вам хочу показать, как вот эти шарики бурлят, какой у них аромат, это просто сказка вообще, какие они классные, но бурлят абсолютно не сильно, то есть таким вот образом они прям упакованы, переупакованы.
Значит, бурлящий шар для ванны, сочный маргарин, божечки ты мой, мандарин. Артикул 27-35. Такие не прям хорошенькие. В общем, дубль 2. Закинем вот этот вот, получается, мандариновый. Да, то есть вот он так вот не очень сильно бурлит, но он бурлит. Давайте я прям воду выключу, чтобы было удобно слышно, да? То есть чуть-чуть окрашивает ванну и так далее. То есть такой приятный оттеночек. И следующий — это лимонный бум. Я их запущу вместе. Я думаю, вам должно быть видно. Да, то есть вот так вот шарики бурлят у лимонного бума. Сейчас вам скажу обязательно артикул. Вот тут вот, да, давайте вот сюда его, хоп. Да, и он уже такой прям, видите, ярко-желтый по сравнению с тем. Вот так они не особо прям круто бурлят, но аромат очень приятный. И они идут с маслами. Значит, лимонный бум 27-34. Так. Состав у них идет. Тут какие-то масла и так далее. Коконат, вот это вот все, да. Морская соль, масло сладкого миндаля, соевое масло, экстракт лимона, экстракт кокоса. Я с ними вчера немножко покупалась. Я купалась с мандариновым. Мне очень понравилось. Кожу питает просто великолепно. Так, значит, лимонный бурлящий шар. Он идет с экстрактом грейпфрута, с экстрактом мандарина, морская соль и масло оливы. То есть они идут не только клевые, не только вот такая пенка, да, образовывается, но они еще и вовсю бурлят. Ну, прикольные шарики, аромат просто бомбезный. Особенно лимон-мандарин, просто вкуснятина. Ну и последнее, что хочется показать, это разделочная доска для рыбы. Забыла артикул, выкинула уже, да, пока мы ее смотрели. 910-235 артикул, поэтому я ее нашла вот на сайте. Стоит по моей цене 444 рубля, по цене каталога 600 рублей. Так, значит, что тут есть? Тугой зажим с острыми зубцами для фиксации хвоста рыбы. Да, ну тут действительно прям туговато, так, целый эспандер, я бы вам сказала. Да, 4 присоски с обратной стороны доски для устойчивости на столе. Присоски реально классные, да, такие вроде бы небольшие, но классные присоски. Далее, значит, получается, можно чистить рыбу прямо в раковине, в вертикальном положении. Тут идут такие вот зубцы. И вот эти вот зубцы, они не дают рыбе скользить, куда-то деваться, да, то есть здорово и классно. Вес 292 грамма, размер 46 на 20 на 15. Такая вот пластмассовая досочка. Ну и, конечно, привет Оленьке Дубяге, кто ее знает, пишите в комментариях. Это рубиновый директор, моей первой линии директор. Вот такую мне штуку продала. Я думала, что она мне не нужна и не заказала ее, но, как вы видите, это новинка и на моем канале. Это такой пластмассовый скребок для очищения рыбы. Артикул 910-234, размер 15,5 на 5, на 4, на 2. Материал полностью весь идет пластмассовый такой. Знаете, что, как она мне ее продала? Она, у нее муж рыбак, ездит все время, рыбачит. И она сняла обзор, так, а как что он открывается-то, а? И она сняла на него обзор и говорит, чищу рыбу вот на этой доске, чищу рыбу, и вся чешуя вот тут внутри. И больше чешуя нигде, то есть ни на стенах, ни где-то там, ни на фартуке, да, ни на вас, ни на вашем халате, или в чем вы там дома, да. То есть это прикольно. Так, только вот как открывается, я так и не поняла. Он просто так открывается, да? То есть и получается тут какой-то такой вот узорчик, все такое прочее, оно открывается, моется, выкидывается и по сторонам не стреляет. Вот, да, то есть открыла, закрыла, но он так громковато шлепает, но ничего страшного, да? То есть вот, вот такой вот хорошенький. Так, сказала, не сказала, артикул 910-234, поэтому у кого... Кому приходится часто чистить именно рыбу, так как у меня свекр тоже рыбак,
то это находка. Находка, и, скорее всего, придется еще вторую заказывать, потому что одну он стопудово увезет в деревню, и доску, и это. Но рыбу он возит в разные места. То он возит домой к нам, то он возит к себе туда, в деревню, рыбу, и там сам чистит. В общем, и там, и тут очень удобно. Угу. Ну, рыба, как вы понимаете, прям огромная, здоровая. Если попадется, то тут, конечно, маловато досочка. Но обычно речная рыба такая не бывает, а рыбачит он в реке. Ну все, мои хорошие, с вами была Колунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Очень рада всем новинкам, ну, кроме, наверное, шампуня и бальзама. Все остальное, в принципе, очень достойное. И еще раз хочется повториться, что безумно понравился порошок Биоси. Биоси, вернее, прошу прощения с этим. С ударением у меня бывает не всегда хорошо. И он подходит для детской одежды и игрушек. То есть можно все вместе стирать. То есть, заказав вот такую штуку литровую, я могу стирать все. И детское, и взрослые, и игрушки. Да, то есть отлично, просто отлично. Причем его рекомендуют без использования кондиционера. Ну вот, я это только при вас прочитала. Кондиционер я, конечно, Фаберлик наливала. Вот такая красота.